Пока на этой неделе в парламенте ломали копья по поводу даты инаугурации избранного президента, а депутаты пытались развалить и так разваленную коалицию, граждане категории «Дети войны» обратили внимание на одну весьма актуальную проблему. 3 года назад в силу вступили очередные изменения в налоговом кодексе Украины, согласно которым стали облагаться налогом депозиты пенсионеров, относящихся к категории «Дети войны». Ставка просто возмутительна – 19,5%. Складывается она из 1,5% военного сбора и 18% ставки налога на пассивный доход. И именно вторая цифра больше всего и возмущает детей войны. Наше правительство приняло решение, что с этих денег, которые мы оставили государству, а мы и оставили ему еще и для того, чтобы оно могло развивать экономику, промышленность, все что угодно. Мы дали им деньги, пожалуйста, возьмите. Они взяли, обложили эти деньги налогом 19,5%. Но это так по-простому, это можно сказать, что узаконенное воровство государства. Новая ставка налога в основном бьет по карману малообеспеченных граждан. Большинство из них – это люди почтенного возраста, кому уже за 70. Их детство пришлось на суровые военные годы. Затем голод 47-го, восстановление разрушенной в период боевых действий страны. Позже тяжелая служба на благо государства, огромный трудовой стаж, распад Союза, мизерные пенсии. Но даже при этом дети войны умудрялись размещать по 20-30 тысяч на депозитном счете. После введения ставки 18% откладывать деньги на черный день стало просто невыгодно. Мы не требуем каких-то там больших себе этих почестей. Немножко уважения дать нам право жить, а не существовать. И вот мы надеялись на Сергея Васильевича Кивалова. И вот он активно работает. Мы знаем, что он всегда к ветеранам относится с большим вниманием, с большим пониманием. Народный депутат Украины Сергей Кивалов разработал законопроект об отмене этой скандальной нормы. Парламентарий предлагает освободить от уплаты налога на пассивные доходы в виде процентов на депозитный банковский счет. Кроме того, он рекомендует расширить перечень льгот для лиц со статусом «ребенок войны», для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, для инвалидов и участников войны, а также других граждан, на которых распространяется действие закона Украины о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. В конце апреля законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины. Сегодня он находится на рассмотрении профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Народным депутатом Украины Сергеем Васильевичем Киваловым был инициирован законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, которым предлагается освободить вот такие социально уязвимые категории населения, как ветераны войны, участники боевых действий и дети войны от налогообложения этим именно налогом с дохода физических лиц. То есть предлагается снизить этот налог на 18%. Вопросы защиты интересов социально незащищенных граждан, ветеранов, участников войны, детей войны всегда находятся в сфере внимания народного депутата Сергея Кивалова на протяжении всей его депутатской деятельности. Парламентарий намерен добиваться рассмотрения законопроекта в стенах Верховной Рады.